В национальном природном парке «Тузловские лиманы» был замечен зимующий фламинго. Такое неожиданное наблюдение одесским ученым сотрудникам дирекции парка удалось сделать с помощью специальной аппаратуры. В национальном природном парке «Тузловские лиманы» ученым удалось обнаружить зимующего фламинго. Как сообщает директор парка Иван Русев на своей странице в Facebook, в ходе мониторинга обитающей на этой территории краснозобой казарки с помощью специальной техники, увеличивающей изображение в 50 раз, и удалось зафиксировать эту теплолюбивую птицу. При этом, как отмечает Иван Русев, фламинго смог выжить при минус 5 градусах мороза, и это небывалый случай. Далее фламинго был с помощью квадрокоптера замечен стаей птиц, летящей на песчаную пересыпь Черного моря.